Всем привет! Меня зовут Илья и спешу вам сообщить, что 30 июля у нас пройдет крутой фестиваль молодежных субкультур под названием «Панорама». Он проходит уже второй год, и на нем будет очень много различных площадок. Пауэрлифтинг, брейкданс, хип-хоп, скейтеры, BMX, пауэрлифтинг, брейкданс, хип-хоп и много-много другое. Вы можете прийти, поучаствовать, посмотреть. Зарядиться очень крутой атмосферой от танцоров, которые приедут со всей России. Будут крутые диджеи. В общем-то, это будет большой-большой фестиваль молодежной субкультуры, на котором будет множество всего интересного, и вы обязательно найдете место себе там. Еще одна фишка фестиваля – это номинация граффити, в которой соберутся граффитчики с разных городов России, чтобы выявить, кто из них лучший, и разрисовать стену длиной в 50 метров. Я думаю, это будет очень круто, и вам следует прийти и посмотреть на это 30 июля. Торговый центр-галерея «Ткачей 7».